Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня началось рассмотрение апелляционной жалобы в отношении ТРОШ Рустема. В ходе разбирательства возникли некоторые несоответствия фактических обстоятельств дела тому, что было отражено в материалах. Соответственно, судья отложила рассмотрение до 26 числа на 15:00, и будут вызваны в суд еще свидетели, помимо участкового, который составлял протокол об административном правонарушении, еще будут вызваны работники органов внутренних дел. Пока сказать, в принципе. А сегодня как проходило заседание, что-то, может быть, было? Ну, были выявлены несоответствия в самом протоколе об административном правонарушении, а также выявлено было, что фактически уведомление моего доверителя было выполнено не в надлежащей форме. Поэтому посмотрим, что будет 26 числа.